вот после месяца это 10 и 20 месяцев. Это у меня адаптационный период. Каждый год так. Я это знаю и потом не возмущаюсь. А кто этого не знает, первый день сделаю, а на второй день уже не подходит, у него такие боли, ничего делать он не может. Даже свою физическую работу, если физический труд он не может делать.